Привет! Это Реборн. У Мармока вышел новый видосик. Хорошие игры номер 21. Баги, приколы, фейлы. Что-то у него в последнее время прям очень часто выходят ролики. Мне это очень нравится. Давайте посмотрим. Я уверен, что будет так же классно, как обычно. Погнали. Так. РДР, что ли? Что-то раньше я думал, она хуже выглядит. А так не мог. Так, не я красиво сидел. Почему я стою? Мадам Назар сказала, что бинокль очень бесполезный. Но я могу его купить. Зачем? Я, если честно, не понял, ну, типа, что тут смешного? Ну, бред какой-то, окей. Стоит уже с ним в руках такой. На самом деле, я смотрю в него, я понимаю, что я долбоёб. Почему? Нормально же видно, все хорошо. Я начинаю. Да, ты же капитан. Ну все, поскакали. Так. Искать класс. Нифига себе. У меня лошадь украли, у меня Мармок лошадь украл. В смысле украл? Лошадь угнали. Не знаю. Чего? Что происходит? Я пока не понимаю ничего. Выясню. А я не на своей. Что происходит? Я не понимаю. Он голубый немножко, он просто номера перепутал. Номера лошадя. Забежал за угол, вышел уже с лошадью. Пока она угоняет у меня лошадь. Все. Мое почтение. Я суец. Да не я украл этого товарища. Штыните на мою лошадь. Погоди, в смысле, блять, на его лошади? А, он оттуда летел! ДТП! А как он тоже черный, бля? Все осуждаю. Черные лошади одинаковые. Подписан. У тебя имя, да, у коня. Так я заметил только что. Извини, они очень сильно похожи. Может, они братья внебрачные? Ну да, возможно. Хорошо, это ваша. Хорошо, это ваша. Какая нахрен разница, какая лошадь? Скажи честно, пердел в моего коня? Заставочка пошла. Обожаю эту заставочку, самая лучшая вообще на ютубе. Мое мнение, хера споришь. Даже в пляс хочу вот пуститься, прям вот прям сейчас. Нет, конечно. И так. Если можешь... Стой, я думал, это рука, это швабра какая-то. Мне прям присоединиться, да. Да, я присоединяюсь. Вот он ты. Что за игра? Добро пожаловать, бля, в мир уборщика. Так, погоди, у меня был прибор. Ладно, один. Хорошо, что делать? О, это, короче, прибор, который определяет степень... Что, это нос? Да, степень загрязненности. Серьезно? Пи-пи-пи-пи. Трусы трехнедельные, позавчера насрал в них. Подожди. Что? Реально на нос похоже? Тут пахнет женщиной. Все нормально, это моя карманная вагина. Эй, мистер Шпротер. Нифига себе, блин! Уборщики-убийцы! Шпротер, давай следуй. Мистер Шпротер? Сейчас я тебе покажу, что? Где здесь можно воды набрать и хуёв насосать. Эй. А вот это уже интересно. Так. Запомни эти важные вещи, потом... Да ты посмотри, что происходит, я не могу по предметам, я на него наступал, так и не пиздец. Ходи по предметам! Зачем? Я летаю. Зачем ты наступил на стул? Он и так сломан. Не ходи по предметам. Что я? Что? Присел. Что за херня? Придурок. Положи ведро. А сейчас тебе покажу, как переносить большое количество воды. Вот так вот. А что оно не вылилось? Сейчас еще. Это как полы, что ли, получается? Но. Рукожоп. Не надо. Ты где? Стоит, блядь, иди сюда, блядь. Я говорю, я не могу примерно подходить. Че, летаешь, что ли? Пиздец, псина ебаная. Сутулый щекот. Где ты, сука? Говорю. Как я умер? У меня просто пиздец. Да ты не ходи по предметам. Да не. А зачем по ним ходить вообще, я не понимаю. Я хочу убираться, я сюда пришел заниматься уборкой. Слушай, блядь, да поставь этот стул, ебаный, я тебе хочу объяснить. Скажи мне, это псих. Тебя что, блядь, тестом поебало ебануть, что ли? Если ты наступаешь на объект, у тебя... Прости, у тебя все в порядке, или ты улетаешь? Я улетаю немножко, но это потому, что я сегодня выпил чай с мухоморами. Это не связано. Что за чай? Я тоже хочу. С игрой.
Не трогай мое дерьмо, оно не воняет. Почему слух какой-то странный, блин, две ножки всего. А как ты говоришь? И колесико посередине где-то. Это тебя ебать не должно. Но, если что, это тебя ебать не должно. Да, на левую кнопку мыши. Ну, левую кнопку мыши, а вращать чем? Берешь, насаживаешь на ось и вращаешь. Куда он улетел? Я тебя уебал, кресло. Я пиздец улетел сейчас. Я просто, да, я на секунду моргнул. Ну, давай, подожди, блядь. Ты хули тормозишь, крути педаль. Ого, а я думал, в РДР нету такого. Я думал, там только пустыня, здесь еще джунгли есть. Оу. Какие осуждаю. Странные тропические фрукты здесь растут. Сорви. Че ты? Теперь ты тоже фрукт. Че это? Это че? Меня стреляли! Мне плохо! Мне плохо! Мне заебись! Где? Что это за место? Нифига себе, ты охренел! Что? Говори по-русски! Да нихуя не... Non comprendo, mi scusi, non com... Чё ты меня бьёшь? Я даже тебя не понимаю! Блядь! Привет, Сири! Сири... Как будет на бандитском, я нихуя не понимаю. На немецком языке я нихуя не понимаю, будет «Ich verstehe nicht». «Ich verstehe nicht», блядь! Какого хуя это немецкий? Я сказал бандитский! «Ich verstehe nicht», блядь, ты меня понял? «Ich verstehe nicht», «Ich verstehe nicht», блядь! Отомстил. Так, а это что за игра? Будь здоров. Будь здоров. Будь здоров. Спасибо. Что это было? Игра. Какие-то странные игры, я в них вообще первый раз вижу. Мужские разговоры, так. Просто, что тебе не нравится? Что за дымбок был? Ты хочешь поговорить на мужском языке? Не могу. Давай, хочешь поговорить. Это по какому, на каком? Вы хотите трахнуться, как мужчина? Ты хочешь мужчина? Поговорить на мужском языке или что? Вы хотите побыть на мужском языке или что? Что? Ты хочешь поговорить на мужском языке? Нет. Хочешь, что это значит? Хочу поговорить. Поставить головку на мужской язык. Что ты не в той игре? Извращенец. Иди нахуй. Ты не в той игре, Марин. Так, я смотрю, вы хотите тут по-мужски поговорить, да. Сейчас насытим яички тестостероном. Давай, ты хотел поиграть в эту игру, сейчас я вступлю в этот. Сколько, какое там у него число? Не видно. Я ушел. Забавно. А, это еще прошлый месяц. Я типа, я могу на минус 12, ну, тонну. Где поселое электричество? Обожаю щупать мужские жадности. Фу. Что за программа такая? Орки. Какие вы придурки. Я хочу тоже такую программу. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как она называется. О, охренеть. Аркаша. А его нету. Ой, уже трое. Он на огонь смотрит. Он пошел хавать. Он АФК. Откуда здесь столько крови? Я не понимаю, что здесь произошло. Что можно сделать? Можно взять бочку. Сейчас взорвется, наверное, что-нибудь. И затолкать его куда-то. В жопу? В сортир, например. И затолкаем его в парашу. А когда он очухается, мы ему скажем: твое место возле параши. Идеальное преступление. О, давай замурим его, да? Вообще. Неси бочки, неси все, что есть самое большое. На тебе толкан вместо. Фига себе, он толчок спер. Снял. Каким образом? Так, пиши. Блин, таранил сюда, блин, трупу еще какую-то хрень. Теперь давай смотреть, как этот глиномес выйдет оттуда. А что я делаю? Где я? Добро пожаловать, сука. Твое место возле параши. Блюдки. Не повезло, не фартануло. Свинь. Да что блин! Ты нахуй отсюда, блядь! В смысле, ты открыл другую сторону? Сука. Господи. Да. О! Какая реалистичная имитация волос. Я в шоке. Офигеть, волосы прям натуральные.
Японцы, они сумасшедшие, вы посмотрите, какие это нереалистичные волосы. Это просто великолепно. Какие классные волосатые ладно, волосы. Ладно, сегодня хватит резика. Быстро он передознулся резиком. Смотри, блядина, прощение, я могу тебе показать карту. В натуре. А? Не дал? Перевожу твои сиськи. Вот, ты так лучше выглядишь. Как будто мы тебя не доставали с дна океана. Ребята, да, вижу, как кидать твое пузо. Что это за огромная женщина? Шлюха. Вот, давай играть вместе. Собака. А что с игра? Я брынькаю в ритм с тобой или нет? А почему я? Я дергаю за эти струны, как маэстро в такт. Достижение метки пират. Какой метки? Музыка. Еще возьму другой инструмент. Вообще офигенно, слушай. Мы оркестр. Мы музыкальный оркестр. Идите сюда. Давайте играть вместе. Я не могу, я мертв! Нам нужен вокалист! Что? Желательно живой. Я мертв! Так это отлично! У нас появился первый заказ, погребальная песня. Играй, Олег. Заебись, я хочу обратно. Трек посвящаем тебе. Это трек в твою память, бро. Тебе. Бро, трек посвящается только тебе. Тебе, мы помним тебя, мы не забудем тебе. Это рэп, походу, какой-то, да? Партишка тут. Какая-то новая школа. Но мы тебя не забудем никогда. Какие выконченные. Пресс F. Брат, ты остался в сердце. Ну что, отплывай. Пожалуйста, помогите. Подождите, я умер. Я хочу отплыть. О, братишка воскрес. Все, выбирай инструменты, Олег. Вам песня помогла. А где он? Я его не вижу. Дураки мыслят одинаково. Одновременно достаем лопаты. Мужики, пацаны, ребята, гомосексуалисты, я пойду поставлю аптечку в этом. Это что, аптечка какая-то странная? Заседание. Кто гильзу в унитаз кидал? Блин, капец, чисто уже, а? Сколько часов мы драли друг друга? След! Представляю, как ему обидно. Бомоник, заткнись, спокойно помоем. Кто, блядь, здесь без прокладки ходил? Суки! Без прокладки на ботинке. Что? Ой, блядь. Еще один, два! Какой свина-то попал там, блядь? Поубиваю нахуй. Я, блядь, шесть... Нифига себе он. Молниеносная уборка. Что в этой игре убираюсь, нахуй? Не закрывается, не закрывается. Ну ты охренел, что ли? Блин, офигенно. Так, это Хитман, что ли, какой-то? А это что за игра? Привет, да? Здорово. Думаю, что да. Все, тебе пора уходить. Ты охренел, что ли? Я только начал, а ты меня уж прогоняешь. Уходи. Но обещаю вернуться. Обещаю. Я дам знать, когда, если ты, конечно, включишь колокольчик. Включен колокольчик, обязательно приду в гости. Ну, до нашей следующей встречи, если тебе будет скучно, вот, можешь заглянуть вдох в описании к этому видео. Там я оставил ссылку на мою мобильную игру, ссылку на наш GTA RP сервер и говно. Окей. Говно? Говно не трогай, оно не воняет. Пока. Видос, как обычно, забавный. Обожаю Мармока, даже лайк ему сразу поставлю. Блин, не, он классный, классный чувак. Видос офигенный, но если вам понравилась моя реакция, ставьте под ней лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под роликом. Ну а с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока.